Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, а это мой канал Мистер Кэт. И сегодня мы попробуем убежать из тюрем Скайрима. И первая локация это, друзья, Красноводное логово. Помните? Помните это жуткое место? Просто за порядком слежу. То, что тебе надо, внутри. Отправляемся внутрь. Ищем подвал. Пошли. На первом уровне я сюда пришел, друзья. На первом уровне. Теперь пробираемся дальше. Так. Если собираешься вниз, за оружие не хватайся. Проходи и веди себя прилично. Не зли меня и спускайся уже. Окей. Ладно. И нам нужна вот эта вот девочка. Добро пожаловать. Нервишки шалят? Садись и расслабься. Может, еще налить? А попробовать можно? На первый раз, думаю, можно. Найди себе место и наслаждайся. Что-то тут все кашляют, наверное, простуда легкая у всех. Красноводная скума. О, как-то помутнело. Что происходит? Ого. Ну, вот и все. Бедолаги, как скуму вашу попробуют, не в состоянии сопротивляться. Скума с водой из источника получается такой крепкой, что в трейлах у нас нужды не будет. Удачно хозяин в таверне подслушал, как старик про это место разболтал. Вот так вот, друзья. Вот так вот мы оказываемся в ловушке у вампира. Даже у вампиров. И нам нужно отсюда как-то выбраться. Ну что ж, у меня там ничего нет, ни факела, как-то темно. Ну, слава богу, тут есть том заклинания телекинез. Также можно сразу взять какое оружие, но у нас оружие уже есть. И давайте выучим. Выучим эту магию. Так, книги. И искры сразу. Теперь. Ну, с другой стороны, друзья, если... Есть еще шанс, вы можете просто ключ украсть. Но я хочу его притянуть. Именно магия телекинеза. Телекинез. Давай на две руки. Сохранимся. Вау. Оп. И все. И все, 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 все. Ну, все равно, друзья. Все равно этот охранник тут стоит. И вы будете драться. Будете как никогда. Так что, как только вы открываете, он сразу вас палит. Кстати, вы еще можете взять знак башни и таким образом открыть любой замок, но только один в день. Но быстрая перемотка времени никто не отменял. Заподозрил что-то, да? Да, друзья, и придется всех тут перебить. Так что, так просто отсюда не убежишь. Давайте следующую тюрьму. Друзья, вот здесь находится знак башни. Его можно взять, если вы хотите удачно убежать или открыть какой-то замок или сундук. Но, друзья, смотрите, вы также можете, если открыли какой-то сундук, а у вас еще один сундук, просто-напросто подождать. Взяли ползунок, зажали кнопочку на мышке, пробел нажали и быстро провернули. Все, быстро время перемоталось. И также вы можете взламывать бесконечное количество замков. Если, конечно, вас не видят. Смотрите, где это на карте. На карте это вот. Как раз между Винтерхолдом и Донстаром. Вот, смотрите. Теперь, друзья, мы находимся в Солитьюде. Вот такая вот локация. Такая вот тюрьма. И, честно говоря, друзья, я не знаю почему, но мне, черт подери, здесь что-то напоминает Обливион. А вам? Ладно, друзья. Вот здесь есть крошащий строительный раствор. Мы его просто-напросто нажимаем. И все. Стена обваливается, и мы выбегаем. Но не спешите. Не спешите, так как нам нужно еще открыть мастера. Сохранитесь, так как отмычечка у нас одна. Одна единственная. И... Все, черт. Да как так-то? И так вот забираете все ваши вещи. Паутина.
Ненавижу паутину. Вау, тут еще даже немножечко золота, 24. И выбираетесь, все летит. Такие вот оделись, нормально, со всеми вещами. И я еще раньше замечал эти люки, но, друзья, отсюда нельзя туда подойти. Вот как ни крути, нельзя, только с внутренней стороны. Следующая тюрьма. Тюрьма Фолкрита, друзья. Здесь, как ни крути, все-таки нужно взламывать. Еще у вас есть шанс просто-напросто украсть. Украсть тот самый ключик у охранника. Шанс 51, но все-таки 51. То есть каждая вторая попытка будет удачная. Получилось. Нас даже не заметили. Данстар и Морфол точно такие же тюрьмы. Так что здесь нужно аккуратненько пробираться. Вот наш сундук. Ну, самая сложность, конечно, взломать такие вот сундуки. Но у нас есть ключ, так что мы берем все. И самое интересное, друзья, я здесь уже второй раз. И все мы знаем, что тут у нас есть квест с оборотнем. Да-да-да-да-да, именно с оборотнем. Но непонятно почему этот оборотень также тут остается. Я не знаю, друзья, я не знаю почему. Сейчас давайте вот этот вот пароль ведем, чтобы пробраться через текстуры. Вот он. Все так же. Все мы помним, что он убегает отсюда. И потом просто-напросто... Все мы знаем этот квест с кольцом Херсина, помните? Да. Даже с ним не поговорить нельзя. Ну, не знаю, может это какой-то баг. Но зато можно рассмотреть его. Слава богу, что он не агрится. Давайте найдем поинтереснее какую-то тюрьму. Если вы попадаете в тюрьму в Винтерхолде, то вас отправляют в пещеру с клеткой. Но вещи не забирают, друзья. Вещи вообще не забирают. Охранники — это вот такие вот ледяные глыбы. И тут, друзья, нужно драться. Можно использовать башню, камень башни. Я его, честно говоря, только сейчас использовал. И придется подраться. Ну, честно говоря... Лучше, конечно, бежать. Бежать, бежать, бежать отсюда. Но будьте внимательны. Когда вы выйдете, здесь вас сразу встречают три гиганта. Так что давайте. Ноги в руки и бегом отсюда. Кстати, вы посмотрите, как далеко. Как далеко вас отправляют. Практически на край карты. Жесть. Воу! Воу-воу! Убегаю! Убегаю! Винхельм, друзья. Самая защищенная, самая маленькая, самая ужасная тюрьма. Там еще камеры пыток. Ну что ж, сохраняемся и пробуем, друзья, отсюда выбраться. Можно, конечно, как всегда, дождаться охранника и попробовать украсть у него ключ. Ага, вот здесь. Вот. Открыли. Закроем за собой. Возможно... Если бы тут была арена, которую вырезали, ну все вы знаете арену, которая должна была в Винхельме быть, то может быть тогда и был какой-то выход. Но так как ее убрали, и наверное решили убрать и выход. Вау, 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 что-то заподозрил. Чей-то зад крадящийся. О, черт, сколько тут их. Ого. И вот наш мастер, которого мы должны взломать. Главное, друзья, в открывании замков — это не спешить. Есть. Вау. Мне что, этот нужен был? Да ладно. Есть. А вот теперь... Это опять не мои вещи? А где мои вещи все? Воу. Сколько тут всего. Да нет, это мои вещи, все нормально. Следующая тюрьма. Вайтран. Друзья, давайте убежим с Вайтрана. Для этого нам нужно... Открыть вот эту решеточку. Тут у нас новичок, друзья.
Но я думаю, с новичком проблем ни у кого не будет. Вау! Кстати, нож. Жалко, что нельзя взять. Хм. По идее, должно было быть, что это же обыкновенная текстура ножа. Самого обыкновенного. Не знаю, но почему-то нельзя. Очень много разных багов. Special Edition. В последнем патче очень много. Ну и кое-что, конечно, пофиксили. Дальше у нас есть вот такой вот решетка эксперт, но мы не спешим его взламывать. Нам самое главное взломать вот этот вот сундучок. И меня чуть не спалили. Есть! Взломали, забрали все вещи. И смотрите, друзья, нужно просто-напросто вот здесь обойти. И все. Таким образом вы просто тот замок перепрыгнули. Тут рычаг, можете открыть эту дверь. И все, забрать ваши краденые монетки. И выбраться вот сюда. Оп, все. Я тут не при делах. Давайте в следующий город. Друзья, мы сейчас находимся в Рифтоне. Здесь вот такая вот тюрьма, и сразу нас встречает метка гильдии воров. Она означает побег. Значит, где-то рядышком должна быть специальная штучка, это сломанная скоба. Но по каким-то причинам, друзья, у меня баг. В моей версии она не активирует, и стена не обваливается. По идее, тут должна быть такая вот прорисованная скоба, ты ее нажимаешь, и это вся... вся стена обваливается. Так что я, наверное... И, между прочим, если охранник увидит это, они начнут атаковать нас. Так что давайте сохранимся. Вот я нажимаю. Ничего не происходит. Ничего. И сейчас вам покажу, что должно было произойти. Вот, видите? Вот, вот эта вот стена должна была обрушиться. Попробуйте у себя. Может, это у меня в Special Edition. И таким образом... вы должны легко выйти. Но из-за этого бага легко выйти не получается. Дальше вы отправляетесь. Можете пособирать разный хлам. Кирку. Немножечко каких-то вещей. И сундук. Самое главное сундук, друзья. В моей версии также почему-то из-за какого-то бага вот эта вот клетка вроде должна открываться. Но она закрыта. И я даже не могу добраться. Я даже не могу добраться до этого сундука. Обалдеть. Вот такой вот баг у меня в Рифтоне, так что здесь, к сожалению, я выхожу. О, смотрите, крыса. Без своих вещей. И мне все-таки придется вернуться через основной вход. Ну, зато тут у нас есть сундучок. Вау, безупречный бриллиант. Неплохая находка. Неплохая, да? И здесь просто-напросто вы прыгаете вот сюда. Забрать свои вещи. Не получается забрать. Придется теперь обходить. Ох, тут хил. А здесь у нас канализация. Вы, кстати, можете также попасть в эту канализацию с пределов города. Вот здесь мы и появляемся, да? А так и не скажешь, что сюда можно зайти. А можно. Дальше едем. Тюрьма, друзья, Солцхейма. Одна из интересных, загадочных тюрьм. Здесь есть тайный проход вот здесь. Нам нужно новичка взломать решеточку. Ее, кстати, спрятали типа под костром. И давайте его... Вот, дровишки наши посыпались. И мы вот так вот тихонечко... А, кто-то тут умер почему-то. И попадаем куда-то в какие-то пещеры. Выходим, выходим, выходим. Помню, когда я нашел эту локацию, это у меня было просто вау в моем прохождении по Скайриму на легендарной сложности. Я, кстати, даже добавлю ссылочку снизу, посмотрите. Это было просто нечто. Но это какая-то странная локация, вы посмотрите. Очень много убитых. Это что, какая-то огромная пытка, что ли? Я не знаю. Мы попадаем в какую-то особенную, особенную пещеру. О, черт. Да, первое ощущение, мне прям мурашки по коже. Просто мурашки. Вау.
Вы только посмотрите. Это еще не все, друзья. Там будет продолжение, так что, может быть, кто-то не знает за эту локацию. Зайдите и пройдите, вы не пожалеете. Я не прошел еще один город, так что напишите, какой, друзья. Он довольно интересный, так что по нему потом будет отдельное видео. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, друзья. Спасибо, что смотрели. Пока.